Доброе утро, ребята. Спешу поделиться с вами новостью. Я завершил 110 километров, который Наташа объявила в своем челлендже. Я, по-моему, шестой среди, не знаю, скольки участников, в группе 140 человек. Бежит, по-моему, всего 50. В общем, я рад. Но я хочу поблагодарить свою жену за то, что устроила такой нам челлендж. Вот точно знаю, я пробежал бы меньше, чем 110 на этот период времени. Потому что я бы не бегал по десятке каждый день, который бегаю. Вот. Я так получилось, что каждый день минимум 10 пробегаю, когда бегу. Вот. Вот такие дела. Поэтому спасибо, что нас подняла. Месяц продолжается. Интересно будет, кто сколько пробежит за август. Но также будет интересно, кто завершит этот марафон до конца августа. Поэтому внимательно следим и бегаем. Всем хорошего настроения. Пригнали Дракулу помыть в нашу любимую сеть моек детейлинг студии «Мой автомобиль». Ребята открыли новую локацию прямо в самом центре Москвы, в отеле «Ритц Карлтон», который сейчас называется просто «Карлтон». Ну, прямо вот возле Кремля. Одна, еще одна точка на карте. Ребята, молодцы, развиваются очень. Part two, we don't need no pause. You miss me, we gon' get tipsy, don't need a